Нет, вот вопрос в том, что он не оперирован, у него глаза не зашивали. Нет, в том-то и дело, что его только вот нашли вот вчера. Даже не нашли, его подбросили, просто в коробке положили и все, понимаешь? Эталон. Тихо, тихо. Ну, не надо убивать. Обычным физраствором. Так вот струйно вымываем. Куда-то. Сейчас пойдем на мой. Вот так вот. Переломанился. Чего-то ничего. Так, второй еще. Хорошо, зима. Поэтому ты еще и жив кот. Если бы не зима, то все. Уже бы съели бы. Машка дома всякие. Опарыш. Давай, кис. Тихо. Ну, это, по идее, надо зашивать же, правильно? Я понимаю? Ну, да. И как, когда это делать? Ну, теперь, Серега, записывайтесь. Сергей Александрович, почему хроническая грустня какая-то? Еще там остался сосудик. Как у тебя фоткать, а, друг? А? Как у тебя фоткать? Объяснишь ты мне? Эх, дружище. Чуть-чуть сюда подальше. Тихо. Еще, судя по морде, на Майкуна похоже. Не скиньте. Горе-заводчики. Ну, хвост лишь. Я не могу на Майкуна. Пушистый. Перед операцией делать рентген, смотреть, если у него вообще глаза остались, там нету. И потом оперировать, зашивать.